светки, девчонки в деревне, пожалуй, что нет. И она красотою своею затмит белый свет. И мальчишки страдают по ней, смотрят из-за угла. А она говорит: руки прочь, недостойна меня. А руки прочь. Уже не в мочь. Вдруг на главной на улице вид тормозов Citroen. Из него вышел парень красивый, но как манекен. Светка сразу влюбилась и быстро к нему подошла. Он сказал по-французски тихо, чтоб она шла. Какой подлец. Подлец. Французский лох. Да чтоб он... Yeah.